Всем подписчикам привет! Сейчас хотел поделиться простым лайфхаком по ремонту китайского дешевого инфракрасного обогревателя, который есть в продаже и стоит очень дешево. Но они часто выходят из строя. Основная причина выхода из строя – это перегорание спирали. Здесь два элемента внутри спирали намотаны. И выход из строя вот этого микропереключателя, который стоит внизу его, в торце, в нижнем конце, и служит предохраняющим при его опрокидывании. Но для того, чтобы выйти из положения и быстро его отремонтировать, очень просто я нашел выход элементарный. Вот этот микропереключатель имеет два контакта, которые обгорают в процессе работы. Подгорает он 5 ампер, 5-16 ампер на 220 вольт. Но он часто выходит за счет того, что обгорает, контакт пропадает. Выход простой. Нужно перемкнуть вот эти два контакта, то есть его накоротко закоротить. Это можно сделать простым проводником медным. Желательно многожильный провод. Берете провод, его очищаете от изоляции. Получается у вас вот такой вот зачищенный конец. Пропускаете его вот в эти два контакта и скручиваете. Он получается в натяг у вас. Можно в два слоя вот так вот затягиваете и его закручиваете. Получается у вас вот такое соединение. Вот такое соединение, которое уже обеспечит перемыкание этого контакта. Если вы в дальнейшем не поменяете, то это может работать очень долго. Он не влияет на продолжительность работы. Он начинает у вас функционировать. Я покажу сейчас, как он включается. То есть вы просто его сейчас из розетки включаете, и он от нее начинает у вас работать. Вот я замыкаю его. Пошел у нас нагрев. Видите, идет нагрев. И это в половину, и вот максимально. Вот половина мощности. Для того, чтобы он работал у вас долго и не перегорал, ни контакты не подгорали, нужно его эксплуатировать в этом режиме. То есть это режим меньше половины мощности. Он идет, схема такая сделана, через диод включения он потребляет в 4 раза меньше мощность. Ну и греет, соответственно, меньше. Но его хватит очень надолго. Понятно, да? Не в максимальном режиме, вот в таком максимальном, быстро сгорят спирали вот эти вот фехралевые. Если замените на них хром, то будут работать очень долго. А вот в таком режиме. Это режим с четверть потребления мощности. Где-то ватт 500. Но этого достаточно. Вот такой простой ремонт. Спасибо за внимание.